Такого ажиотажа организаторы встречи с дольщиками «Самара-Горстроя», входящего в строительную компанию «Волга Групп», наверное, не ожидали. Из наплыва желающих пришло почти 200 человек. Встреча началась на час позже. Собравшихся обрадовали. Два замороженных объекта, жилые комплексы «Альбатрос» и «Монблан», согласился достроить новый инвестор компании с многообещающим названием «Успех». Правда, дольщикам каких домов повезет раньше, представитель компании сказать не смог. На эти вопросы мы сможем ответить, когда у нас будет понимание по этажности застройки Монблана, исходя из плана планировки квартала, исходя из допустимой плотности застройки. Пока не готов ответить на этот вопрос. Мы предложим определенное количество квадратных метров на Монблане для дольщиков «Альбатроса». С такой постановкой вопроса представители инициативных групп дольщиков не согласились. Мне кажется, гораздо проще достроить «Альбатрос», в котором уже львиная доля вложений произведена, и тех обманутых дольщиков с Монблана переселить именно в достроенный объект «Альбатрос». Для того же, чтобы передать площадку новому застройщику, требуется получить согласие как минимум подавляющего большинства дольщиков. Пока, несмотря на заманчивые перспективы, компания «Успех» остается для них темной лошадкой. Поэтому инициативные группы готовят несколько запросов как в Министерство строительства, так и в правоохранительные органы. Дольщики хотят знать, может ли вообще эта компания заниматься строительством, есть ли у нее необходимые ресурсы. Да и от самого потенциального инвестора требуется как минимум бизнес-план развития двух площадок.